Шумно с криками встречают пернатые постояльцы зоопарка гостей. Концертом попугая Ольга Романенко с дочкой привыкли. Они здесь постоянные посетители. Наведываются к животным минимум один раз в месяц и всех знают поименно. Я слежу за Инстаграмом, внимательно люблю животных, этот зоопарк. И я увидела, что тут все рождают, еноты, сурикаты, еще там какие-то животные. Мы сразу же с дочкой собрались и приехали сюда посмотреть на малышей, как мама за ними ухаживает, как присматривает, как они растут, чтобы в следующий раз уже приехать и увидеть их уже взрослыми. Малыш. Семь малышей практически одновременно появились в этом году. Две сурикатихи родили по две девочки каждая. Енотиха – двух мальчишек, и лемуриха Лера – девочку. К слову, Лера периодически берет перерыв в воспитании своей дочки и оставляет ее на старшую. Но у нас есть самец Лям, вот он очень ревностно относится, и сейчас просто так в вольер зайти и как-то поближе подойти – это нереально. Вот. И вот эти вот малыши тоже, их мама. Маму зовут Стервелла, да, и она тоже малышей очень оберегает. Вот, то, что мы берем периодически, все равно нужно осмотреть, как себя чувствуют, как развиваются, ну и здоровье в любом случае. И она прям, да, она за своих детенышей горой, и это чуть-чуть сложности. Сурикаты гораздо проще все-таки. Мать и отец сурикатов больше доверяют людям, поэтому без труда сотрудники могут взять любого малыша. Джуля, да, Джуля, ей все надо на лапы, лапы. Можно даже, чтобы она чуть-чуть потрогала. Пообщаться с малышами и взрослыми животными благовещенцы приходят каждый день. В будни наплыв поменьше, в выходные аншлаг, рассказывают сотрудники зоопарка. Есть и те, кто приходит посмотреть на определенных постояльцев. Да, конечно, посетителей стало больше, у людей возникает интерес, желание посмотреть на этих малышей. К сожалению, их погладить, потрогать нельзя, но посмотреть можно. Представилась такая возможность у людей, да, и они не упускают ее, скажем так. Приходят, смотрят. Всего сейчас в зоопарке больше 70 экзотических животных. Сурикаты, еноты, попугаи, лемуры. Все рады новым знакомствам и старым друзьям. Сергей Воравко, Максим Яценко, программа «Город».